В жилом секторе зафиксирован еще один пожар. Сегодня в поселке Искатели загорелся двухсемейный дом по Озерному переулку. На вызов приехали пожарные. Жертв удалось избежать. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправного газового оборудования или электротехнической причины. Накануне Нового года сотрудники пожарного надзора проверяют готовность учреждений к массовым праздникам. Первая проверка пришлась на Дом культуры поселка Искателей. Это сейчас холл и залы Дома культуры «Созвездие» просторны и свободны. Буквально через 2 недели тут установят главный новогодний атрибут и начнутся массовые сборы жителей поселка. Карнавалы, световые шоу и гирлянды, как всегда, в программе праздников. К Новому году традиционно мы готовимся заранее. Уже летом у нас был написан спектакль новогодний. В конце декабря, в последние выходные декабря мы порадуем жителей и гостей города. Покажем этот спектакль. Спектакль у нас называется «Огонь, вода и модные трубы». Очень интересный режиссерский замысел. Чтобы предстоящие гуляния запомнились только положительными эмоциями, о безопасности в помещении нужно подумать заранее. Ежегодно пожарная инспекция в преддверии Нового года проверяет готовность учреждений к массовым праздникам. Для помещений, где будут собираться гости, правила безопасности стандартны. Наличие табличек «Выход», огнетушителей, ящика с песком и плана эвакуации. Такие объекты, конечно же, у нас на особом контроле. Мало того, что это объект с массовым пребыванием людей, также здесь очень много детей. Вот. Ну, здесь в первую очередь, наверное, внимание должно быть уделено персоналу. То есть инструктажи должны быть обязательно проведены, обязательно должны проводиться тренировки с персоналом и с посетителями по эвакуации в случае каких-то экстремальных ситуаций. Пожарный инструктор отметил, что в подобных помещениях необходимо проверять исправность техники. Световые и музыкальные электроприборы будут использоваться в интенсивном режиме и потребуют особого внимания. Тогда на